Всем привет, ребят. Ну что, вот обновление 3.1.3.82. Что у нас поменяли? Поменяли там описание эмблемы, поменяли время артефакта, глаз Гаруда, по-моему, или что, не помню. Короче, там 58 тысяч поставили, ну и плюс основное это изменение огнекрыла. Поехали, будем сейчас тестировать. Версия 1.3.82. Посмотрим, что у нас сделали с ним уже на максималке и протестируем его. Сделаем уже полноценный обзор. Так. Отличненько. Смотрим описание нашего героя. Так, где ты, Огнекрыл? Вот он. Что у нас поменялось? Это стало просто имба. Смотрим. Обычная форма снимает положительные эффекты с двух вражеских героев. Обычная форма снимает положительные эффекты с двух вражеских героев. Наносит урон 380%. Было 252 двум ближайшим вражеским героям. Каждая 0.4 было 0.2 секунды. В течение 8 было 4 секунды, по-моему, или 2 секунды. 2 секунды, по-моему. Также повышает получаемый урон. Это осталось. Форма Махмы наносит такой же 1760. В течение 4 секунд по вражеским целям в случайной области, снимая положительные эффекты, накладывая паралич. Вот оно что. Вот у вас дополнение снимает эффекты. Так, форма Магмы, 8 секунд, кулдаун, 10 секунд. В форме Магмы восстанавливает 100 здоровья, он и получает более 10 тысяч урона. То есть то, о чем я уже показывал, то есть у него ограничение, как у Фрея, ну, быстро восстанавливает энергию. Ну, вот такая у нас сборочка. Поехали, сейчас ее затестим и потом протестим на максималке. Смотрим. Ну вот миссы. Также у него увеличили встроенные уклонения. Вот смотрите, сколько по нему миссов идет. Это он сейчас у меня критовая сборка. Ну то есть это еще не максимальное на уклонение. Что делается? Это просто жесть. Мисс. Вот входящий урон 10 тысяч. Дальность атаки, как видите, вот он уже бьет издали. То есть не бьет ближайших тут, как было. Вот 10 тысяч. Это просто жесть. Вот, кстати, с одной стороны... Вот это вот его скилл, который раньше был по одной цели и там 10 раз. Сейчас получается он бьет немножко больше, но вдали еще дополнительно и реже. Против Фрей, как бы мне больше тот вариант нравился, который был изначально. Там сразу 10 залпов, получается 180 тысяч Фрей летело. И время меньше было, период. Сейчас немножко дольше, но... По имбовей, скажем так, он стал, потому что у него ограничение. Но это просто жесть. Он себе издали, он добивает его. Как видите, ему даже уже там не надо, просто не надо дефные варианты. Так, ну давайте тут. Вот та же самая фигня. 10 тысяч входящий урон. И вот началась бомбардировка. Смотрите, Некрос. Он нифига ему сделать не может. У него просто стоит ограничение. Повелитель бури. Вот, пошла Фрея. Вот сейчас будет интересно. Единственный вариант его слить, это только когда у него будет не форма Махмы. И если ему поставить утекание, он все вот-вот-вот-вот пошло.
миссов стало намного больше. Ну и само ограничение, как видите, действует. 8500 сейчас он получает у меня урон. Ну а по урону я вам скажу, не особо он там и... Сейчас лучше. Или это так просто кажется, как было с предыдущим. Вот смотрите, сколько он, насколько он стал более выживаемым. Это просто жесть. Он раньше, в принципе, мог справиться без проблем, теперь получается, он бьет еще реже и дальше, и из-за этого, как бы, он не может даже слить повелителя бури. Ну и, соответственно, смотрите, входящий урон. Это просто жесть. Тут, скорее всего, что повелитель бури с отражалкой. Ну, 8500. Против Фрей, где какой-то герой бы так долго смог выстоять, там, 2 с лишним минуты, не напрягаясь. Так, отлично. Давайте еще на кого-то нападем. А, вот тоже, кстати, есть... Такой же огнекрыл. Вот вражеский огнекрыл, я ему сношу. Вот я смог попасть по нем. Фрейя, точнее, смогла попасть, когда не было ограничения, а теперь есть ограничение. Как вы будете с ними воевать, я даже не знаю. Это просто может быть вечный бой. Вот видите, мы его снесли. Огонь просто. Так, отлично. Это у нас был вариант Бастион. Так, давайте сюда поставим. Сейчас найдем грубую силу. Еще протестим с грубой силой, посмотрим, что у нас с уроном вообще делается. Ну, реже начало работать это умение его, но зато больше, я скажу так, плюсов. Слился. Смотрим против Некроса. Что же сможет Некрос? Вот Фрейя начала бить. Вот он в магму вошел. Восстановился. Смотрите на Фрейя. Фрейя с 12 скиллом. Вот она по нему попала. Ну а дальше все опять. Все. До свидания, Фрейя. Теперь он дамажит других героев. Так, от него будет прилетать обратка? Не, видите, герой заряженный. Но автопроках. Хоть хорошо, автопрока нет. Но все равно по нему такие миссы проходят, что просто жесть. Ну, я бы не сказал, что особо урона много. А, вот пошли криты. Но все равно, смотрите, как он долбит этого бедного ворожея издали. Ну, сейчас, если паралич основной, вот эта вот зональная атака придется по ворожею, он просто его сольет. Ну, есть и вражеский, по которому мы просто миссуем. Мисс, мисс, мисс.
Да, ставишь утекание, можно свободно с питомцем будет даже танковать на битве гильдий. Попробуем это сделать. Именно та мини-обнова, от которой у многих будет бомбить. Потому что теперь надо иметь огнекрыло. Ну, не знаю, раньше, мне кажется, он более долбил. Ну, смотрим. Так, есть ворожея, снес. Ну вот один на один остался. Кто кого? Ну как видите, у них уклонение до хренища, они большую часть просто мясуют друг по друге. Ну и плюс, соответственно, это ограничение. Просто жесть. Нет слов. Так, теперь давайте протестируем. Вот такую вот сгорочку. Давайте поставим психощит. Артефактами попробуем кубок. И слона. Так, 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 так. А ну, у него убрали. У него убрали отсюда. Да, убрали отсюда дополнительное уклонение, перенесли, просто взяли туда. Да. По-моему, уклонение даже немножко убрали, получается. Было плюс 3000. Сейчас его нет. Ну, не знаю, но как по мне, он уклоняется очень жестко. Так, а ну-ка пробуем такую сборочку с каменкой. Вот 10 тысяч. Все так же. Ну, не знаю, непонятно как-то. Может и нету смысла сливать каменку, получается, когда слетает основное его умение форма магма. Он получает все равно меньше урона и, смотрите, смотрится очень достойно. Против Фрей и остальных Некрос. Так, а ну-ка попробуем. Делаем так. И рунами не психощит, а поставим утекание, например. Вот сейчас он себя подхиливает еще дополнительно с каждой атаки. Смотрим, плюс ангел. Ух ты, как его сносит. Может, в принципе, не настолько он стал имбой. Уклонение вроде как бы убрали, получается. 3000. Ну, по-любому, две цели и снимает. Не знаю, все-таки хочется делать его с грубой силой. Как на китайке у меня. Есть ли смысл от этой каменки? Все равно входящий. Ну это жесть просто. Смотрите, что он делает.
Ну, как видите, на моей силе более интересно его тестировать. Потому что тут уже герои более прокачанные у противников. Но мне кажется, надо было просто его оставить таким, как есть. В этом был и весь кайф. Сейчас получается, ну, есть у него урон, конечно. И даже в такой вот, смотрю, прилично сносит. Ну, и урон держит неплохо. В общем, непонятно. Ничего не понятно с этой каменкой. Возможно, есть смысл подождать. Ну, сливают его что так, что так. В принципе, понижение это как бы каменка особо там роли не играет. Что у нас получается? 8 секунд. Понижение действует. Давайте уже посмотрим, я уже следующего прокачаю, наверное, с грубой силой. Посмотрим еще здесь разницу. Ну, честно говоря, это просто жесть. Это просто жесть. Где там его? Вот такая вот сборочка. Сейчас я поставлю его вот так вот. Эмблема. Забытую нам откатали. Ай-яй-яй, обновил, видите, у меня уже были новые. Вот давайте создать команду. Вот посмотрим сейчас, что он сможет сделать. Вот каменка будет. Пусть будет повелитель бури. Рибит. Кого сюда еще взять? Малышник. Я Анубиса поставил. Поехали, посмотрим. Как-то смели. Лучше бы, конечно, против этой пачки Дефрея было бы намного интересней. Вот Фрейя есть. Блин, да это жесть просто. Фрейя, Некрос. Вот он включается. Всех посносили практически, остался. Ну, не знаю, что вам сказать. Фрейя отдыхает просто. Если раньше она его могла ушатать, то сейчас с отхилом, с уклонением, без вариантов, просто как по мне. Получается, он сейчас и на отражалке убиваться даже не будет. Плюс снимает бафы с двух целей.
Да. Все герои проседают этому. Просто насрать уже. От каменки как бы даже в принципе и толку нет. Потому что она срабатывает только... То она там не особо спасает от урона. Нерфит, конечно, немножко его все равно. Десятка прилетает. Лучше все-таки уже тот же самый бастион, бог войны, грубая сила. Не знаю, короче, я просто пока не знаю, даже здесь я тестирую, пока даже более непонятно, чем было на китайском. На китайском это было видно сразу, что просто жесть. Да и сейчас, в принципе, это жесть. Но по урону очень много сейчас вопросов, потому что раньше он шатал лучше. Он долбил сразу 10 в одну цель. Ударов. А сейчас, как видите, две цели, урона вроде как бы и больше, но время меньше. Ну, непонятно. Смотрите, он не может просто ушатать ворожея, хотя раньше его шатал запросто. Хотя это с каменкой, тут урона особо много нет. Придется все-таки ему выбирать, наверное, скорее всего, каменку, ставить ту же самую грубую силу, либо качать еще одного. Все равно 8 секунд у него будет действовать его ограничение. Форма магмы. Вот если сравнивать, там повелитель бури просел уже наполовину. Его просто там Фрейя сейчас ушатает, а там вообще пофиг. Вот смотрите, как герои посливались. Насколько он стал имбовый. Насколько он дольше выдержал урон. И нормально, чем все остальные. Да. Короче, вот так вот, ребят. Сушите весла. Не знаю, посмотрим, что будет еще дальше. Но это просто жесть. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. И пишите, если вы хотите, чтобы мы грубую включали, потестили уже на основе. Думаю, это уже будет очень интересно. Все, всем пока.